народ, который теряет свой потенциал интеллектуальный, то это плохая реформа или нет? Или это сознательное понижение миросознания русского народа? Потому что если народ понимает много, он многое требует. Это Победоносцев уже еще говорил, что народу не нужно образование. Что он многое поймет из того, что происходит в государстве. Я считаю, что дебилизация населения – это абсолютный мощный процесс через все. Ну, телевидение, мы знаете, что это огромная машина этих кинескопов, которые дебилизируют массы страны. Все наши учебники, я не заглядывал, мои вот друзья их читают, это учебники оскопленного знания. Одно из основ русского сознания, о котором я уже говорил, сознание, которое копилось как чернозем тысячелетиями, является литература, язык. Вот русская литература, она зачастую является такой непрерывной тысячелетиями длящейся песней религиозной, или псалом, такой русский псалом, которым народ хвалит Господа, хвалит свою родину, хвалит свою судьбу национальную. Этой литературы уже нет практически в обучении. Это база и опора. Поэтому культурная политика и образовательная политика, на мой взгляд, направлена на уничтожение народа. Ведь, повторяю, психология, где нужна политика. Ведь как раз психология, что такое, например, что соединяет конкретное наше с тобой сознание с подсознанием? Подсознание не принадлежит нам. Подсознание принадлежит нашим предкам, народу, истории. Там вот все гнездится. А сознание – это наш твой индивидуальный опыт. А подсознание – это вот этот ресурс, который позволяет нам быть русскими, позволяет нам быть благими, добрыми, героями, творцами. И вот этот перешеек между сознанием и подсознанием, он реализуется через, например, через музыку. Вот немецкие романтики, они огромное значение придавали музыке. Музыка как способ, канал, через который глубинно национальное просачивается в индивидуальное, в реальное индивидуальное. Вот вы смотрите, что сделано за последние там, довольно большое количество уже лет. Вот этот маленький перешейк, связанный с музыкой, его ампутировали. Перестала звучать национальная музыка. Она перестала звучать. Я не хочу повторять Нургалиева, который говорит вальсы, шманцы, танцы, там, и романсы, но перестала звучать русская песня, перестала звучать русская классика, не звучит Шестеридов, не звучит Прокофьев, не звучит Скрябин, не звучит Шостакович, исчезли романсы, нет советских песен, которые все были связаны с русской традицией. И вместо этого 3-4 ноты. Туда забивают 3-4 ноты. Ра-ра-ра, 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 ра-ра-ра. И так 20 лет. И вот этот протез, который поставлен, он отсекает сознание от этих глубин, от источников жизни национальной. Вот что такое сегодняшняя система образования и воспитания. Это сознательное истребление народа, как такой гигантской монады. Так что вот, друзья, такая вот история с политобразованием, политпросвещением. Есть ли будущее у политического образования, вот именно общественного политического образования? Не знаю. Я просто, есть ли будущее у России? Я думаю, что один из моих оппонентов вечных, с которым мы все время сражаемся в недавнее время в открытом эфире, это Марат Гельман. Большой кудесник, большой такой маг, волшебник, спекулянт. Может быть, где-то и чуть-чуть жулик, я не знаю. Но, во всяком случае, он занимается ультрасовременными культурными и эстетическими технологиями, искусством. И он недавно в своем блоге, мой товарищ сказал, он написал, что России нужны герои и чудеса. Русский народ восприимчив к герою, героическому поступку и к чудесам. А вот к этой мякине, к этой жвачке, которая звучит уже... Четыре десятилетия, может быть. Или больше даже. В советское время тоже она была огромная, такая жвачка. И аллергия. В советское время были герои и были чудеса. Были творцы, которые запускали звездолеты.
Народ был восприимчив к людям, которые, ну не знаю, в мерзлоте прокладывали БАМ, например, к Тихому океану. Или к тем, кто создавал океанический флот. И наши суперкорабли бороздили все мировые океаны. А сейчас нет героев. И там есть, конечно, есть и мученики, и святые, но они исчезли из политической сферы. И политическая сфера наполнена мекиной. Она тухлая. А все политики, реальные политики, они абсолютно не восприимчивы к красоте, не восприимчивы к яркому слову, к искусству. Они говорят все, как будто это одна и та же фабрика вот этих вот слов-табуреток. Они мертвецы. Когда они выступают, даже жили в последнее время. Потому что один человек не может в течение там, 20 лет держать напряжение аудиторию. Он тоже износился в своей лексике, хотя он самый яркий из них. Угу. Но все остальные это просто какие-то шимпанзе политические. Еще один вопрос, Александр Ильич. На ваш взгляд, Никита Михалков опубликовал свой манифест. Периодически появляются подобного рода документы, там, не буду называть фамилии, но существуют такие документы. Возможно вообще, скажем, там, отдельной личности в нынешних условиях написать некий программный документ для России, там, или все-таки для этого нужно некое вече, или все-таки объединение там, какой-то в другой форме людей, для того, чтобы была выработана некая, скажем так, позиция, видение России в будущем. Потому что нынешний, я уже не говорю про законы, да, и концепции, которые там существуют, написаны нашими политиками там, или чиновниками, они-то не отражают реального состояния России и не показывают его в будущем. Что-то возможно из появления вот таких документов? Я думаю, что появление таких документов сегодня – это огромный шаг. Меня Антон спросил, русская ли это национальная, если она, мне просто не пришел в голову этот пример. Появление этих доктрин, этих манифестов, говорит о том, что русская мысль работает, бьется она. Повторяю, Михалковский документ имперский. Например, проект «Россия», трехтомная уже книга, русская доктрина, другие манифесты появляются. Скажем, ну, чтобы не быть в основном все, моя симфония «Пятая империя». Это все свидетельствует о том, что русская мысль работает. И она вбрасывает в общественное сознание, не сознание, она вбрасывает в среду элитарную русскую свои представления о сегодняшнем, завтрашнем дне России, разнящиеся между собой. И это хорошо, потому что эти документы, они не предназначены для власти. Власть компрадорская, власть управляется из других центров совершенно. И эти книги для этой власти не нужны, они нужны для русского сознания. И еще не скоро эти работы станут материалами для того, чтобы ими оперировала власть современная. Медведев или Путин сколько угодно могут выйти об линии. Но вся их практика, она абсолютно не связана с, с работами Ильина. Еще и потому, конечно, что Ильин устарел. Он писал 100 лет назад, и его доктрины не могут быть механически перенесены на 21 век. Но конечный выбор сделает история, а не лаборатория, производящая эти доктрины. Русская идея – это не кабинетный продукт, это результат больших побед, больших народных свершений, переселений, выхода России за Урал, выхода России к Северному полюсу, предложения, которые Россия постоянно делает человечеству, жить другой жизнью. Эти все русские проекты, которые оказываются реально русскими, они говорят об альтернативе русской. Один из этих проектов предложил старец Филофей, говоря о Москве, Третьем Риме. Другой – патриарх Никон, говоря о Новом Иерусалиме, месте, куда должен опуститься Христос во время Второго пришествия. Третьим был такой человек, которого вы, наверное, знаете, его звали Иосиф Сталин. Он предложил вообще идею красной альтернативы и красного нового народа, нового человечества. Поэтому русское будущее, оно так или иначе будет связано с русской альтернативой, на которой есть спрос, кстати. Мир захлебывается в той реальности, в которой он живет. Есть спрос на новое человечество, на новый путь, на новую альтернативу. Так что эти проекты, которые очень ценные, я считаю, что это свидетельство того, что русская мысль живет, бьется и страстно стремится к грядущему.